То есть, если вы захотите, мы попробуем снять отдельный такой же разговорный ролик по поводу дрифта. Мы будем с вами везде гонять и пытаться наводить шухер просто на улицах. Попытаемся подрифтить. Она просто офигенно дрифтит, ребят. И из нее можно сделать красивый дрифт-корч. Ё-моё, прикиньте, дрифт-корч на Феррари. Эй, на связи Виталий Старк, давайте наберем 200 лайков, чтобы вышла новая серия. Ну а пока что мы посмотрим самый лучший комментарий с предыдущего ролика. Чтобы попасть вам сюда, всего лишь нужно написать эксклюзивный комментарий и поставить большой палец вверх. Ну а мы начинаем. Давайте сейчас, ладно, поможем нашему пацану вступить. Смотрите, как я обычно делаю увольнение. Я наберу сотрудники, список и общий список. Здесь я как раз смотрю, сколько людей набирают рейтинг. Вот такие люди, которые, допустим, только вступили, я их трогать пока что не буду. Я отматываю список в самый зад и смотрю, вот смотрите, 7-е, 10-е, в 3.54 он вступил. Так, а это Нестро, ладно, его оставим. Это девятка Латринского ПГ, у нас с ним свои, как говорится, привилегии, свои союзы и так далее. Так, Данил Долофин, он всегда что-то... Максим Батов, 44 общий рейтинг, 0 за сегодня. Давайте сейчас его уволим, все, потом очистим. Так, вступайте. Все, пойдем. Сейчас мы возьмем груз и отправимся... Да ё-моё, у меня... Давай, куда стойте, ёперный городовой? У нас машина, у нас груз. А, ребята, у меня на самом деле нету особо настроения даже снимать. Потому что в последние разы вы очень медленно набираете каких-то 200 лайков. Вы смотрите по 1000, 2000, 3000 человек. И... На самом деле, лайк прожать это очень легко, но последние разы вы очень долго собираете лайки. Вы знаете, что я для вас снимаю каждый день. Вот сегодня я приехал после работы, время 9:00, и я не лег спать, а начал снимать вам новый ролик. Так поддержите, пожалуйста, меня, потому что я реально стараюсь для вас, даже немного заикаюсь, потому что... Так, чуть позже уволю, потому что сейчас я не могу. Меня там пацаны уже заждались, они все ждали ролик, они верили, что я буду сегодня снимать. И вот, настал тот момент, когда мы с вами сейчас находимся за рулем нашего грузовика и снимаем новый ролик. Вы посмотрите, какая здесь громадная колонище, просто... Выезжаем. Все, выезжаем, ребятки. Выезжаем, они меня дождались наконец-то, и они счастливы, и мы счастливы. Так, блин, нам направо. Ё-моё, здесь огромное колонище. Просто сейчас будет за мной, мне надо как-то втянуться в эту колонну. И вот так вот свернем аккуратненько. Все, поворотничек выключаем и давайте отправляемся в Бусаево. Дорогие мои друзья, так, давайте пропишем команду YouTube. И все, чтобы меньше чатов нас отвлекало. Я еще VIP-чат... А, нет, не отключился. Ну ладно, пускай трезвонит. Нам, в принципе, не впервые смотреть на кучу чатов. Вы уже на самом деле привыкли. Вот. Короче, сегодня идет 21-й день нашей транспортной компании. За предыдущие 20 дней мы полностью заняли все топ-1 места. То есть наша компания транспортная является самой лучшей сейчас на Black-сервере, которая без обманов выдает самые хорошие премии и имеет большие привилегии. Во-первых, у нас каждый день премия от 100 рейтинга. Это я говорю для новых зрителей и для новых вступивших людей в нашу транспортную компанию. Так, эй. Во-вторых, у нас есть недельный топ-3. То есть за неделю вы сможете, допустим, сделать 1000 рейтинга или 1500 рейтинга. Это в легкую. Если в день там бомбить за 7 дней, короче, 1500 рейтинга набомбить очень легко. И
На самом деле это сделать быстро можно, даже больше можно рейтинга словить и тем самым получить огромные бабки, войдя в топ-3. То есть у нас пацаны получают по ляму 600, по ляму 500, по ляму 200. То есть деньги на самом деле большие крутятся. То есть я даже могу в день выдать премию около 6-7 миллионов. То есть это нормально. Точнее, не я выдаю, а Анастасия Старк. Она отвечает за премии. Вот. И, кстати, ТикТок в описании под роликом. И также канал моей жены тоже в описании под роликом. Зайдите, посмотрите. Я думаю, если будет скучно, вы себе поднимете там настроение. Вот. Просто благодарю каждого человека, который вступил в нашу транспортную компанию, которые работают на нашей ТК, и они реально вкладывают в себя не только силы и нервы, но и всю душу, потому что на самом деле, вот читая каждый раз рацию транспортной компании, можно заметить много позитивного. Это не просто там какие-то разные словечки, но и помощь, взаимовыручка и какая-то выгода, которая вас, само собой, заинтересует. Мы всегда друг другу помогаем, и вы это прекрасно знаете. Сегодня у нас попался легкий маршрут Бусаева-Эдова. И куда-то груз улетел от меня далеко-далеко. Какой мой груз? Мой груз вот этот вот... Эй, куда? Это мой груз, ребята, в каждой серии такое бывает. У тебя он дергается, это мой груз, брат, это мой груз. Ну нет, ну это мой груз. А может нет? Вроде поехал. Тогда получается, вот это мой груз. Ребята, я только брал недавно груз и уже забыл, какой мой. Да ёшкин кот. Мой груз, получается, все правильно, белый. Мои ребятки уже меня догнали, а я, как обычно, ищу свой груз. Это нормально, мои дорогие. Вы сами прекрасно знаете, как я часто просираю свои грузы. И это очень смешно. Транспортная компания Stark на самом деле всегда просто везде. Она и в Батрево гоняет, она и в Эдово, Бусаево. Короче, мы везде, ребята. Нашу транспортную компанию заметить можно... в любой точке области. Это на самом деле тоже добавляет большого интереса вступить именно к нам. Но, ребята, не все так просто. Так как наша транспортная компания очень знаменита на данном проекте, на данном сервере, вступить к нам очень непросто, потому что постоянно наша транспортная компания забита. Последнюю очистку нашей транспортной компании я делал буквально... пару-тройку дней назад, ну где-то 3-2 дня назад, я уволил целых 30 человек. И... Так, можно я проеду, друг? И на самом деле это очень маленькие цифры, потому что мы буквально до вечера, за часа 3, наверное, до 12:00 собрали эти 30 человек. И причем особо не рекламировали нашу транспортную компанию, а просто люди сами приходили и вступали. И я очень рад, что мы стали такими знаменитыми на сервере Black. Поэтому, если ты, дружище, не играешь на сервере Black, то я тебе советую вступать... заходить на сервер Black, регистрироваться, вводить мой ник, потом вводить промокод, который даст вам денежки, это хэштег Stark в описании ролика, вы можете посмотреть это, и само собой, не надо так делать, ну что вы так летаете, обалдеть, почему у тебя груз занесло? Это мой груз, эй, это мой груз, дружище, нет, не отдам. Так, погодите, пожалуйста, дайте мой... Да ёперный городовой, дайте... Можно я возьму свой груз, пожалуйста? Ребят, мы, наверное, выбрали себе самый легкий маршрут, но у нас, как обычно, стоит там ДТП. Блин, у нас там ДТП, кажется, случилось очень большое на мосту. Это на самом деле печально. Но, как говорится, нам-то, ё-моё, ехать надо...
Бывает. Ребят, я надеюсь, что в этой серии вы очень быстро наберете 200 лайков, потому что, чтобы вы хотели видеть чаще ролики, вам нужно быстро набирать 200 лайков, тогда я буду снимать их очень-очень часто. То есть, если вы за несколько часов соберете 200 лайков, то само собой... Стой там ДТП, что там за ДТП, что случилось, я жду вас, то само собой я начну снимать сразу же новые серии, и тогда роликов будет 2 раза в день, но это всего лишь вам нужно прожать большой палец вверх, и тем самым я начну съемочку. Опа, наши пацаны уже, кажись, едут после ДТП, а что там случилось? Дружище, а ты, кажись, должен был ехать в Батрево, но почему-то ты поехал не в Батрево, а с нами. ДТП. Ну вот, все, наши ребята, кажись, выезжают, и можно, в принципе, отправляться на дальнейшее плавание, можно и так сказать. А чё, мы едем? Или чего? Мы едем или... Можешь передать привет Максу? Передаю большой привет всем-всем-всем. И Максу Квасову, скорее всего, тоже. Передал. Едем или чё? Мы просто очень долго будем ждать, и я думаю, надо отправляться. Погнали. Все, ребята, спасибо, Виталий Топ. Спасибо вам огромное. Так, сейчас мы будем уже скоро поворачивать на Эдова, и это на самом деле замечательно. Вот самое прикольное, это вот реально покататься и пообщаться с вами. Ребят, я вот обожаю снимать серии про транспортную компанию, потому что мы с вами один на один, вот ты и я, мой дорогой зритель, общаемся. Я могу здесь высказаться, могу что-то подправить, вы можете в комментариях подправить меня, ну и... Тем самым в следующем ролике я буду вам рассказывать что-то новое. Сейчас я попозже буду... В принципе, я уже сейчас буду уже разгружаться. И это как-то быстро прошло все. Наш путь очень был маленький какой-то. Но ничего страшного. Я думаю, мы еще прокатимся с вами до нашей базы. Я как раз хочу вам показать финку. И можно, кстати, проехаться до... А давайте я проедусь до целого нашего дома. Или телепортироваться туда. Я просто хочу вам показать свою новую машинку, которую я купил совсем недавно. Причем их теперь у нас целых 2. У меня и у Анастасии Старк. И мы хотим их покрасить в крутой одинаковый цвет. И машины будут очень крутые. Какая я себе какую машинку купил? Нет, не какую-то там мажорскую, дорогую. Нет, не думайте, нифига. Обычная машинка, которая дрифтит, ну, быстро едет. СТ-1, новая, с салона. Вон Виталя, конечно, я вот он. Я с вами, дорогие мои друзья. Вот. Ну, на самом деле, мне эта машина очень нравится. Не знаю почему, но очень-очень нравится ее звук. Это потому что добавляет еще больше интереса на ней гонять. Отправимся прямо и, скорее всего, все-таки мы телепортируемся, чтобы вам недолго ждать, как я буду ехать. В следующей серии, само собой, мы возьмем груз подальше, для того, чтобы с вами побыть намного больше, чем сейчас. Ну а пока что давайте, как я и обещал, покажу вам сейчас информацию про нашу транспортную компанию. 150 человек, 90%, ну это ладно, заказов выполненных уже почти 10 тысяч, количество машин 20, лучшая компания дня 20 штук, то есть 20 дней подряд, 20 из 20 мы заняли топ-1. Сегодня идет 21 день, тоже у нас будет топ-1. Машины, ребят, на постоянной основе, ой-ой-ой, неправильно, на постоянной основе я чиню, то есть автопарк, вот смотрите, оп, починен. Рейсы ДТО еще нормально. Вот 21, 27. Давайте посмотрим. Здесь 13, 13, 12. Вот эти машины скоро нужно будет чинить. Чинятся они за 50 тысяч. Давайте покажу. Вот 50 тысяч рублей. Я починил, да? Но потом возьму деньги, чтобы починить это все дело. Как говорится, еще 10 поездок, это нормально. Ух ты, какая мощная транспортная компания. Блин, это круто, это клево, ребят. Ну, прикольно, четко смотрится. Просто реально четкая колонна.
Так, ладно, давайте сейчас телепортируемся в наше местечко, это называется Бусаево, к нашему дому, заодно вы посмотрите, где мы живем, кто не знает. Так, с первого раза я, конечно же, не ТПшнусь, окей, бывает. Так, а вот он наш домик, желтенький домик вот такой вот. Очень интересная у него территория, прям очень интересная. Кстати, если вы не знаете, как вступить в нашу семью, вы просто приезжайте сюда, в Бусаево. И вот он, наша территория. Большой огород, беседка, прям как на Рублевке, только немножко на минималках. Ну, в принципе, это поселочек такой интересный очень. А теперь давайте возьмем нашу машинку. Да-да-да, именно на месте парковки. И вот она красавица, да, именно Феррари я себе и взял. И взяла себе Анастасия Старк. Давайте сейчас я сяду в нее, включу фары и покажу вообще. Так, куда? Не в инвентарь. Двигатель заведем, включим фары. Вот так это выглядит, красные злые глазки. Я, правда, ее еще не затонировал, но нужно, я на... Один на контах, их 5. Братан, извиняюсь, я видео просто снимаю. Потом я обязательно с тобой поговорю. То есть, если вы захотите, мы попробуем снять отдельный такой же разговорный ролик по поводу дрифта. Мы будем с вами везде гонять и пытаться наводить шухер просто на улицах. Попытаемся подрифтить. Она просто офигенно дрифтит, ребят. И из нее можно сделать красивый дрифт-корч. Ё-моё, прикиньте, дрифт-корч на Феррари. Но я чую, ролик разговорный можно снять на тему дрифта. Я думаю, он вам зайдет. Мы будем по улицам пытаться красиво заносить попец. И это будет очень круто выглядеть. Давайте так, если на этом ролике собирается быстро 200 лайков, вы пишите в комментарии по поводу того, что я хочу увидеть на канале разговорный ролик с дрифтом на Феррари, и тем самым я сниму эту серию, и я думаю, она вам зайдет. Просто погоняем, потом несколько сцен я под музычку вам добавлю, я думаю, вам все понравится. Блин, ну, блин, идей очень много, но главное, чтобы вы ставили очень быстро лайки, потому что ваши лайки — это мотивация меня снимать. Вот сегодня меня просто убило последнее видео, оно реально смешное, мы старались, снимали ночью, но 200 лайков мы так еще и не набрали. Я надеюсь, вы на этом ролике соберете очень быстро 200 лайков, и мы сразу же отправимся в путь снимать новую серию. Ну что, ребят, на связи был Виталий Старк, Старк Компания, семья, транспортная компания Старк, ну и, конечно же, моя новенькая Феррари. Скоро, я надеюсь, мы снимем видосик про дрифт на ней, это будет клево, очень клево. Насчет машин тоже... Прям будем, опа, красиво прям заходить бочком. Блин, ну я уверен, что вы это сделаете. 200 лайков, новая серия. Все, что еще говорить-то? Конец.